В выставочном зале Ленинского мемориала открылась 50-я областная фотовыставка «Ульяновская область. Территория талантов». Мероприятие посвящено сразу двум юбилейным датам – 75-летию Ульяновской области и 60-летию регионального отделения Союза журналистов России. Примечательно то, что прошло ровно 55 лет с момента, когда открылась первая фотовыставка. Инициатором было региональное отделение тогда Союз журналистов СССР. Выставка открылась в Краеведческом музее. Вот и сегодня, спустя 55 лет, вот эта добрая культурная традиция нашего региона получает свое развитие. 62 профессиональных фотографа и фотолюбителя прислали на фотовыставку более 300 работ в разных жанрах – портрет, пейзаж, событийная и жанровая фотография, спорт. Для финальной экспозиции экспертный совет отобрал 120 снимков, в том числе фотографии из семейных альбомов ульяновских журналистов, отражающие жизнь редакции прошлых лет. 50-я выставка, которую мы открываем с вами сегодня, поэтому немножко необычная. Ну, во-первых, стала возможной она, потому что Союз журналистов в этом году предложил нашему правительству возродить клуб ветеранов журналистики. И надо сказать, нам это замечательно удалось. Мы уже много раз встречались, мы обсуждаем с молодежью и с ветеранами наши насущные проблемы. Поэтому сегодня в этой выставке вы видите много старых фотографий. На церемонии открытия фотовыставки состоялось награждение ее лауреатов. Специальный приз за вклад в развитие региональной фотожурналистики вручили фотожурналисту Юрию Белозерову посмертно. Он ушел из жизни 3 года назад. Приз получила его вдова Людмила Белозерова. За фотопрезидентский мост специальный приз за новаторский взгляд в фотографии получила ульяновский журналист, дебютант конкурса Виктория Чернышова. Было ограничение, всего 5 фотографий. Конечно, очень сложно отобрать на самом деле, но, в принципе, одна единственная вот, фаворит у меня была, я ее очень люблю, это президентский мост. Зимой, уже в конце зимы, я сходила пешком по рыбацким тропам под мост, сфотографировала его с такого для меня необычного ракурса, я сама раньше его не видела. И то, что получилось, мне очень понравилось, поэтому я вот надеялась, что эта фотография пройдет. Пойдет выставка, в общем, так и случилось. Впервые был вручен гран-при фотовыставки, который получил имя легендарного ульяновского фотокора Авксентия Глагозы. Ее обладателем стал Владимир Ламзин, фотокорреспондент издательского дома «Ульяновская правда». Его фотография, портрет хирурга, признана лучшей. Правда, получить лично он не смог, потому что был в отъезде. Приз передали в редакцию газеты, где он работает. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».